Привет, друзья! С вами Алексей Азаров, канал про недвижимость, про жизнь в Италии. Сегодня с вами поговорим про годовой абонемент. Так, вот он, годовой абонемент. Ну, правда, у меня уже просроченный. Он выдается резидентом города. То есть я, например, резидент города Сан-Ремо. И вот у меня на машине вот такой абонемент, где написано номер разрешения, когда выдан, когда заканчивается, номер машины. И если вдруг у кого-то какие-то сомнения, у полицейских можно посмотреть, позвонить, уточнить. Так. Чтобы получить это разрешение, вам, естественно, надо иметь прописку в этом городе. Я сейчас говорю вообще про любой город. Вот. Потом вам необходимо будет оплатить 450 евро в банк с указанием номер машины владельца. Не могу найти документы на машину. В общем, документы на машину еще должны быть. Все это оформляет коммуна нашего города. Так, не нашел я. Но я сейчас вам покажу, на каких она действует. Сейчас вот смотрите. Я заплатил 450 евро за зону Б. Вот, смотрите. Зона Б. Так-то 1 час стоит 1 евро 80 копеек. Написано, что инвалидам бесплатная парковка. Ну и как происходит оплата. Вот. Оплата происходит с 8. С 8 до 8 оплачивается. Потом после 8 вечера стоянка бесплатная. Ну, здесь сюда опускаем монетки, нажимаем ОК, берем и делаем, если у вас нет этого абонемента, под стекло бумажечку. Это Б. Есть еще зона Б1. Сейчас посмотрим. И еще есть другие зоны. То есть у меня Б покрывает любую зону. Вот, кстати, машина. Она стоит здесь бесплатно, абсолютно. Сейчас посмотрим. У нас еще, кроме этого абонемента, еще есть... Еще есть... Сейчас. Оплата вот такими... Вот такими... чеками, да, то есть вы покупаете в табакерии, зачеркиваете год, месяц, день и на сколько. Сейчас поедем посмотрим другие парковки и где можно ставить. Ну, здесь парковка платная, касса стоит. Раньше, 10 лет назад, это была парковка бесплатная. Вот, теперь здесь платная парковка. Где белые полоски, там бесплатно. Но вряд ли, когда вы, ну, все время заняты. Кстати, раньше здесь все у моря, все это было бесплатно. Сан-Ремо. Вот, кстати, белые есть полосочки. На инвалиды строго воспрещается вставать. Как бы тут хулиганят, когда приезжают из России. Вот. Одного раз чуть не арестовали, он хотел повздорить с полицейским и очень некорректно матом
Очень было стыдно. Вот, кстати, видите, зона B1 написана. Зона B1. Ну, понятно, здесь шлагбаум я не могу здесь вставать, потому что они перекрыли. А так, сейчас вот найдем в городе, где B1, то есть я смогу... Зона B покрывает зону B1. То есть я оплатил, в принципе, ну и вы оплачиваете все, все места платные в городе, которые, какие могут быть. Это очень удобно, когда, например, вы покупаете квартиру у нас без гаража, без парковки. Вот. Делаем с вами вид на жительство, делаем прописку. И вы там около дома где-то ставите, да, то есть если нету кондоминиума, кондоминиум, ну, по крайней мере, в любом случае, если где-то в центре, то очень удобно. Вот, например, да, сейчас. Вот паркомат, вот зона B1. То есть здесь, вдоль моря, зона B1, тоже рубль 80 стоит. Здесь вдоль моря я имею право ставить свои машины, своего предприятия. Сейчас, тем более в COVID, мы все это делаем онлайн. Вообще, просто оплачиваем онлайн 450 евро, оплачиваем, отправляем все документы, а именно карта идентита, вот, внутренний паспорт, удостоверение личности, ИНН, документы на машину, какого цвета машина. Оплачиваем из банка, оплата из банка, и все. То есть, и нам автоматически там оставляют, в коммуну забегаем и забираем сие, этот абонемент годовой. То есть очень удобно. Жалко, что сразу не на 5 лет. Так, с вами немножко покатаемся. Вот, например, ну, то есть, здесь, например, да, в центре ни у кого нету гаража, здесь очень редко. Вот зона B1, и вы можете спокойно здесь ставить хоть на год, ну, как, главное, чтобы поставили, чтобы вас не забрали, потому что если вдруг будут какие-то будут указатели о том, что завтра будет работа, еще что-то, и вы не уберете свою машину, вас, естественно, порадует рублей на 200 евро, 150 это стоит эвакуация машины, плюс, наверное, по-моему, 53 штраф. Поэтому будьте внимательны. У нас сегодня, вы видели, да, в начале там было, уже туман рассеялся. Такси кайфует, валяется на скамеечках. Погода сейчас налаживается, это классно. Все, а я сейчас поеду снимать, не переключаясь с нашего канала, поеду снимать очередной ролик, как сделать, как вам больше, не то что больше, сейчас был такой случай, когда люди ждали других товарищей своих около оплаты на автостраду. У них конфисковали машину, оштрафовали там на 6000 евро и изъяли права. В общем, я буду сейчас делать другой ролик. Смотрите на нашем канале, как не попасть в такую засадную ситуацию. Пока, не переключайтесь. Такой маленький бонус по скрипту. Смотрите, опять облако пришло из моря. И накрыло Санремо вообще. Смотрите, такое очень редко бывает. Это говорит о том, что скоро у нас будет на следующей неделе очень жарко. Приходит. Теплый фронт меняет холодный.